Заслужены аматорские коллективы Беларуси. Народный фотоклуб «Гродно» завершает год. Одна из апошних выстав, якая певным чином подводит выники 2021-го, «Принеманские этюды». Ее автор – ветеран фотоклуба «Былы марак» Александр Стаценко. Экспозиция собрала больше за 20 работ маляўнічых пейзажей города над Нёманом. Рака Нёман, яе маляўнічыя берагі і ўсё, што звязана з воднай стыхіяй. Чарговая і разам з тым завяршальная выстава ў галерэі фотаклуба «Гродна» знаёміць з па-майстарску створанымі здымкамі. Іх аўтар Александр Стаценка, былы ваенны марак, які служыў на савецкіх атамных падводных лодках. Бывшы ваенны маряк, які плавал на атамных падводных лодках, і сёння он много времени посвящает съемкам природе. Вообще он очень активный человек, он остается в душе моряком, и поэтому он и участвовал в создании морского клуба, клуба военных моряков в городе Гродно. А вообще он преподаватель плавания, это его стихия, и он почти всю жизнь свою посвятил, обучая детей, взрослых, плаванию. Ну, в нашем городе тоже. Сегодня он уже заслуженный пенсионер, и поэтому это за его плечами. У меня много фотографий моряков. Я сам служил на Северном флоте 4 года. Поэтому близкая тема – морское братство. И я являюсь летописцем союзных военных моряков города Гродно. Все мероприятия, которые проводит Республиканский союз военных моряков, участвую. Делал выставки республиканского плана, который проводил союз военных моряков. Посетил я 54-й международный конгресс подводников в Питере и Кронштадте. Как подкресливается, миновито такое минулое фотомастака позволяет так отметно, своеобразно и характерно показывать Нёман. Натурально, что у автора есть свои любимые места, которые он николи не покидает с пустыми руками. Начиная от железнодорожного моста, есть парк Кремлёва, спускаешься к Нёману, и там бакланы, ути, лебеди. Даже выдру заснял. В общем, животный мир такой. Птиц много. И дятлы, и синички, белки. В общем, животный мир, птичий мир. Получаются великолепные такие снимки. Так, главная творчая задача для Александра Стаценки – убачить, почуть, поспеть и отримать здивление и задовольнение от сдымка. Кожный сезон года, отзначая фотомастак, по-своему пригожий и мая свою особливую атмосферу. А вось помеж досвидком и заходом, он однозначно выбирая ранешнюю пару. Полыхали зори, в уши стрели в мае соловьев влетали. Течение Немана. В общем, благодать бесподобная. Отсюда фотоаппараты срабатывал, получались интересные сюжеты, снимки. Дарэчы, за маляўнічай выставай под назвай «Прынёманскія этюды» у галерэі фотоклуба «Гродна» будзе арганізавана навагодняя экспазіцыя. Як вядома, для заслужанага аматарскага калектыву Беларусі наступіў юбілейны год. Да 50-годзя народнага фотоклуба «Гродна» мастакі таксама рыхтуюць шэраг цікавых экспазіцый. Напрыклад, восенню свет убачыць маштабная рэтра-выстава.